Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress Info, перед нами Oppo A53s, и в этом видеоролике мы вам покажем, как очистить память этого телефона. Для этого мы заходим в приложение, которое называется Files, и которое по умолчанию предустановлено сюда. Слева снизу выбираем «Очистка», и здесь видим множество предложений по очистке. Смотрите, у меня их практически нет. Почему? Потому что у меня телефон абсолютно чист, как вы видите, у меня занято всего 33 гига. У вас здесь будут разные предложения по типу очистить ненужные файлы, очистить фотографии, которые телефон считает неудачными, очистить приложения, которыми вы не пользуетесь, очистить большие файлы и так дальше. Вы здесь можете очистить очень-очень-очень много всякого места и всякого мусора с телефона. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале, а если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете задавать их в комментариях. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!